Всем привет, с вами развлекательный канал S&G, меня зовут Александр, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. В предыдущей серии я обещал, что сбегаю за глиной между сериями, но у меня не было времени. И поэтому никуда я не сбегал. Доделывать будем портал в этой серии, наверное. Поэтому пойдем, положим в печку камень, если у нас его еще нет. Так. В подвал нам нужно спуститься. Восемнадцать обработанных это 4 всего каменных кирпича. Мало, конечно. Но у нас всего 16. В принципе, сзади можно уже обустроить. Хотя можно сделать и парочку ступенек. Что уж там. 5 штучек. Вполне нормально. Вполне нормально будет. Так. Раз. Мало пока что. Блин, это я зря. Да-да-да, будет вот такой у нас дизайн. Тут что, надо закрыть будет? Так, подожди. Здесь как-то не смотрится все это. Да, много-много надо еще. Очень много камней. Ну, каменных кирпичей, точнее. Можно пока пойти собрать урожай. Давайте этими займемся, пока камень обрабатывается там. Соберем пшеничку. Без разбора сейчас собираю просто, ну, не хочется на это время особо тратить. Посадим все одновременно. В любом случае, так, 54 семян. Ё-моё, я не знаю, что с ними делать-то уже. У меня там уже такой запас дома. Куда можно применить еще семена пшеницы, а, ребят? Ну, кроме того, что с помощью них можно приманить и разводить куриц. Это я знаю. А еще-то куда? Подскажите в комментариях. Может быть, я чего-то и не знаю. Ну, либо поселимся потом где-нибудь еще и разведем огромное поле сразу же пшеницы. Огромное-огромное. Видите, сколько у нас уже? 3 стака и почти 4 уже семян. Вот это да. Пойдем морковку соберем. Слизня где-то прыгает, бегает. Кстати, морковка почти вся выросла, как я погляжу. И морковки очень много. Но из них можно делать золотые морковки, это я знаю. Ну и с помощью них разводить свинюшек. Картошку бы найти. Арбуз, дыню. Нет, дыня есть у нас, какао бы есть. Вот надо бы заняться посадкой этих культур еще. Темнеет потихонечку. Пойдем сахарный тростник тогда еще соберем. Уже для полного комплекта. Ой-ой-ой-ой. Немножечко переусердствовал. Кстати, уже слышу лучников. Лучников, точнее, скелетов лучников. Так что надо бы побыстрее тут заканчивать. Так, здесь все. Здесь вроде тоже. Вот так это выглядит. Ладно.
Пойдем, пойдем домой. Так, надеюсь, двери все закрыты. Так, снизу закрыта. Снизу. А, снизу. Снизу тоже все. Двери проверили, можно идти спать. И, кстати, можно на железную дверь. Хотя нет, пока не будем. Не будем пока менять на железную. Так, покушаем. А, кроме того, давайте. Так, морковку. Пойдем сюда, пшеницу. Используем на хлеб. Кто-то к нам идет, похоже, в гости. Так, сырое мясо. Точнее, гнилое мясо. Сахарный тростник. Сахарный тростник можно на бумажечку использовать. Так вот. Пойдем. Уберем на место все это добро. Блин, надо разводить коров. Нам нужна кожа. Чтобы делать книги. Так, железо. Все отлично. Ну что там, камень? Что там у нас камень? Здесь кирпичи готовы. Камень еще не готов. Ой-ой-ой. Так, кирпич. Раз. И все. Да. Так. И вот так. Ну что, 41 теперь. 10, по идее, должно получиться. Ну что, сделаем 10 еще. Так. 40. Я что-то не понимаю, как они делаются. Ладно, пойдем спать. Утро вечера, как говорится, мудренее. Так. О, сейчас должно хватить. В ад бы не упасть случайно. Так, здесь мы сделаем вот таким образом. Здесь вот такие вот. Так. Ну, сзади просто стеной. Чтобы, не дай бог, никто туда не зашел. Да ё-моё, ну почему я все время промахиваюсь? А, ребят, кто мне объяснит? Можно, кстати... Так, ладно, землю. Возьму уже. Можно, кстати говоря, вот так вот сделать. Попробовать. А здесь не надо, наверное. Так, ладно, смотрим. Нет, здесь хорошо выглядит, здесь ничего не надо менять. А здесь... Ну и здесь теперь неплохо. Так, а тут-то что тогда придумать? Тут тоже надо что-то придумать. Может организовать здесь лавовое... какое-нибудь озеро, источник. Друзья, как вы думаете? Блин, крипер. Так. Ладно. Ну что, портал в ад готов. Добро пожаловать, друзья. Можно сделать еще вот так как-нибудь.
И допустим. Допустим. Так вот. Не, вот это лишнее. Вот здесь вот. Будет лучше. Вот. Это другое дело. Немножечко осветили здесь. Портал ват готов. Так, ну что. Получается, больше нам не надо ни камня, ничего. Тогда пока отложим это все дело. Есть. И тогда попробуем сейчас приручить. Париручить попробуем. Так, что я делаю? Сидымс, сидымс. Сидымс. Так, обработанный. Тоже куда-нибудь сюда. Все, ладно, хватит, хватит, хватит. Все равно обработанный камень не помешает, конечно, но чересчур много нам незачем его делать. Забор тоже надо убрать. Вот так вот. Алмазную кирку. Так, берем седло. Сок убираем. Доски нахрен мне пока не нужны. Хотя. Так, и зажигалку тоже. Ведро возьму. Так, ведро воды. Топор, карта, компас, седло. Меч нужен мне. Мне нужен меч. Палки есть, железо есть. Сделаем меч. Делаем даже парочку. Так. Убираем железо. Смотрим на карту. И отправляемся в путь. Куда мы отправляемся, спросите вы. А самые внимательные и те, кто запоминает, что я говорил, наверняка сейчас догадываются, куда мы отправляемся. Так. Нужно бы поторопиться на самом деле, чтобы не стемнело. Так, 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 так. Не знаю, получится ли. Через этот лес нужно пробежать. Ускоримся. Здесь что у нас? Здесь ямка небольшая. Здесь я как раз бегал. Давай, давай, давай. Ну что так медленно? Может, с ведром воды нем? Ух ты. Коровы с неба падают. Охренеть. Так. Красные цветы. Не нужны. Не сбиться бы с маршрута, на самом деле. Вроде правильно бежим. Надеюсь, надеюсь, что правильно. Так, свинюшечки. Свинюшечки. Отойдите. Родненькие, не мешайте мне. Так. Где-то здесь я помирал. Сахарный тростник. Так. Нам немножечко дальше. Где-то здесь лава, по-моему, была. За этим я и взял ведро. Так. Нам дальше. Друзья, нам дальше.
Овечки, кстати. У нас нет с собой, да, ничего, да. А можно было бы попытаться домой их отвезти. Надо легко, блин, так везти, на самом деле. Так, вроде на месте мы. На месте же? Или нет? Свиньи, 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 это хорошо. Мне нужны не свиньи. Так, интересные дела. Вижу пока одних свинюшек. Но я точно помню, что здесь были не только свиньи. Блин, ну... Ну чтоб тебе? Ну... Что ж за облом-то такое, ребята? Твою мать, зря побежали. Нет, я надеюсь, что не зря. Я очень надеюсь, что не зря. Да-да-да, не зря. Вы видите, да, эту красавицу? Вы видите эту коняшечку? Ради этого я сюда прибежал. Чтобы завести себе коня. Так. Как это делается? Привет. Что, не хочешь? Так, это как-то по-другому, видимо, делается, не просто так. Хотя я читал, что это вроде как просто. Нажимаешь правой кнопкой и себе забираешь лошадочку. Странное дело, но не получается. Как вы видите, да? Ну, вот здесь лошадки есть, да, я специально сюда прибежал, чтобы их приручить, но не получилось, как вы видите. Блин, а теперь надо спешить домой. Возьму-ка лучше железный меч. И побежим, побежим, побежим. Блин, темно. Опасно, страшно опасно бегать в такую темноту. Тем более дом не близко у нас. Так, так. Здесь немножечко переплыть нужно. Буду признателен вам, ребят, если скажете, как приручить лошадь. Ну, то есть, я так понимаю, что ей нужно что-то дать сначала. Я подозреваю, что сахар можно дать. Или сток сена, возможно. Который крафтится из пшеницы. Не знаю. Я говорю, напишите в комментариях, ребят, где я совершил ошибку. Почему не смог приручить и взять себе лошадь. Но я сейчас, похоже, погибну. Есть такое ощущение. Прорубаем себе путь, дорогу. Все, вода. Сзади там кто-то за нами бежит, кстати. Ой, тихо, где я? Твою мать! Смотрите, здесь что? Пещера?
Оу-оу-оу. Так, надо вход заделать. Вход заделать быстро. Заделать, блин, гребаный. Вход есть. Спаунер. Чертов спаунер. Зомби. Ну зашибись, теперь у нас теперь есть не только спаунер. О, там еще один. Ё-моё. У нас есть не только спаунер скелетов, лучников. Теперь есть спаунер зомби. Нужно как-то будет обозначить их. Что здесь у нас? Опа, пластинка для проигрывателя. Кстати, картофель выпал. Зашибись, друзья. Посадим картошку, значит. Бирка. Это что такое? Что такое бирка? Твою мать. Эй. Фух, отбился, блин, там надо засветить тоже. Там пауки. И пока просто закрыть. Вот так вот. Так, отлично. Все. В относительной безопасности, хотя со всех сторон шипы 3, ничего себе, красная пыль, нить, хлебушек, со всех сторон слышны крики, возгласы пауков и тому подобных тварей. Так, ну что, вот это да, вот это мы упали, удачно, ничего не скажешь. Привет, дядя. Вот этот гад меня бесит мелкий. А-а-а, зомби-житель. Твою, вот это очень плохо. Я мертв. Нет? Вот это да. Нежданчиком таким экшончик пришел к нам. Экшончик нам приходит. На-на-на-на-на. Так, не зря меч делал. Опа, лучник пришел. Да ё-моё. Иди отсюда. Жесть, сколько там их? О, да, отбились. Ах ты ж, паук. Так, вроде бы заделали. Так. Еще один спаунер. Жесть. Жесть, ребята. А, два седла, куча пороха. Железо, ведро. Нахрен мне ведро. Так, седло. Блин, почему седло не стакается, а? Очень обидно. Так, ладно, землю уберем, тогда седло возьмем. Еще красная пыль, пшеница. Еще пластинка. Блин, сколько пластинок. Стрелы выкинем. Что еще можно выкинуть? Вот это вот. Ведро, ладно, бог с ним. Так, а тут что? Там ведь еще было. Так, лопата. Сломалась лопата.
О, там выход, ё-моё. Тут грёбаный выход. Так, отличное путешествие у нас получилось. Вместо земли можно взять... Нет. Стрелы хочу взять. Вот. Блин, ночь будет здесь переждать, но у нас нет... Нет кровати. Эй. Да. Мелкий может сюда забраться, кстати. Блин, я боюсь выходить и все это потерять. Честно говорю, ребята, очень боюсь. Переждать ночь. Получится ли? Ой, не знаю. Ой, не знаю. Паучий глаз, очарованная книга, шипы 3. Что она дает? Хрен знает. Куча седла, пластинки для проигрывателя. Сделаем дома проигрыватель обязательно. Пластинки тут редкость, тут нужно, чтобы скелет убил крипера. Собственноручно, собственными стрелами. Так, ну что? Та-та-тан-та-тан-тан-тан. Домой надо возвращаться как-то. Но я, блин, боюсь. Черт. Боюсь все это просрать. Ух, ребят, ну, ждать бесполезно, я думаю. Хотя бы засветим вот так вот. Что там у нас? Плохо, что нам не дадут это отметить, хотя на карте можно посмотреть и запомнить это место, хотя бы примерно. Так, ну, примерно запомнил. Да, все еще ночь, на самом деле. Охренеть. Ай-яй-яй, вот, тихо. Отвали отсюда, отвали отсюда. Блин, сбил. Факел сбил. Так, ну, вообще-то можно пока немножечко покачаться на зомби. Допустим. Как вы думаете, а, ребят? Пока ночь, пока меч у нас целый. Пока еда есть немного. Давайте попробуем. Давай. Есть. Ой-ой-ой. Ну уже, оп. Оп. Кстати, там светает, похоже. Я слышу. Ладно. Надо убирать все факелы здесь, чтобы... Ух, там еще пещера. Минус паук. Блин, здесь деревья. Как бы это дело отметить-то, а? Еще один паук. Блин, сколько вас здесь, а? Мелкий зомби. А-ха-ха-ха. Как я это найду? Я же не найду это. Нужно все вырубить. Есть ли у меня топор? Есть у меня топор. Отлично. А что, какой-нибудь крипер сейчас не подошел и не расхерачил нас? Ох, тут дерево наросло-то, а? Да, вот тебе и пещерка, блин. Ой, жесть. К
чем пещерка закрыта деревьями, а? И случайно ведь мы в нее упали, случайно, совершенно. И нашли два спаунера. Зашибись, блин. Все-таки иногда здесь не везет. Давай, давай. Блин. Сколько же здесь деревьев, а? Мне кажется, я потом ни хрена не найду. Так, вон еще кусок дерева, блин, ну чтоб тебе. Еще. Так, 25 у меня. Давайте попробуем. Так. Так, так. Как-нибудь. Вот так. И как-нибудь. Вот так, что ли? Ой, я надеюсь, я увижу. Я очень на это надеюсь. Ну и по карте еще раз посмотрим. Да. Ладно, отправляемся домой уже тогда. Блин, высоко тут. Да. Замечательно, блин. Спрыгнули в пещеру. Офигеть. Вот так вот пошли за лошадью. Получили два спаунера. И кучу дисков. Картошку. Картошка выпала из зомби, по-моему. Но без разницы. Мы теперь сможем ее разводить. Чем, наверное, я займусь. В следующей серии уже займемся тогда. Определим место под нее. Кстати, серия эта самая длинная, наверное, будет из всех. 32 минуты уже продолжается. Так, мясо. Нововведение одного из последних обновлений в Майнкрафте. Это именно то, что при регенерации здоровья используются ячейки сытости, ячейки голода. Из-за этого, когда ты в бою, когда тебя ранят часто. Я, кстати, броню всю похреначили, но она еще довольно целая. Когда тебя ранят, ты восстанавливаешься, на это уходят ячейки голода. Поэтому нужно всегда с собой теперь брать много еды, чтобы хватало на случай чего. Так. Мы дома, кстати говоря. Так, да, замечательно. Так. Ну и теперь, я думаю, попрощаемся, друзья. Я все сложу, все ценное, что мы принесли. Ну а в следующей серии продолжим. Я надеюсь, все-таки сбегаю за кирпичами, хотел сказать, за глиной, и мы сделаем уже пол и будем расставлять тут, организовывать наш интерьер. Аж голос потерял в конце. Всем спасибо, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и до следующей серии. Всем пока.